Начинаем второй сезон, так вышло. Приятного просмотра. Маринет, это невероятно! Ну нет, ну ты видела? Аль, я не была на Леди Блоге сегодня. Да, а ты знаешь, что у него новый адрес? ladyblog.me. Да, ты мне говорила, как-то раз. Или 10. Неважно, получается, в городе новый злодей. Бражник же сбежал. А этот тоже умеет порабощать людей. Получается так. Я даже знаю, как он выглядит. Что? Откуда? Мой новый корреспондент на Леди Блоге, Арно, кажется, видел его. Странный человек наблюдал с крыши дома инвалидов за сражением Леди Баг и Кота против той бедной акуманизированной девочки. Ты не поверишь, но он говорит, что этот парень выглядел точь-в-точь как Кот Нуар, только костюм был белого цвета. Он простоял на крыше всю битву, а после победы Леди Баг и Кота скрылся. Ты уверена? А что за Арно? Уверена, уверена. Арно мой сосед, он учится в другой школе, я как-то давно рассказывала про него тебе. Ему можно доверять. Странно это все. Кстати, ты в курсе, что к твоему любимому Агристу брат приехал? Мне Нина сказал. Брат? У него есть брат? Как оказалось, есть. Старше нас на 3 года, ему уже 18. Зовут Феликс. Ничего себе. Они похожи? По словам Нина, как две капли воды. Просто одна капля постарше. Маринет, я уже представляю, как мы будем тебя откачивать, если ты встретишь их двоих одновременно. Ха-ха-ха, очень смешно. Да ладно, не обижайся. Ну подумаешь, обморок. Ну подумаешь, кровь из носа. Делов-то в школе никто и не заметит. Я придушу тебя своими руками, Цезарь! Откуда он приехал-то? Почему они живут раздельно? Приехал из Токио. Он там заканчивал старшие классы. А сюда, видимо, приехал поступать в университет. Опять же, со слов Нину. У Агриста появился брат, а в Париже появился новый злодей. Забавно, не правда ли? Ты скажи еще, что отец Адриана уехал из города, потому что он был бражником, а Леди Баг надрала ему задницу. Правда, что-то я сегодня в ударе. Ну как, понравилось? Пишите в комментариях, чего ожидаете от Феликса. На Леди Блоге сегодня продолжение комикса «Падение», новая страница. И продолжение комикса «Пятна», часть 13. Заходите, ссылки в описании. Не забывайте ставить лайки, чтобы поддержать меня. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо, что смотрите. До встречи.